Одной из важнейших составляющих немецкого национал-социализма являлась расовая теория. Когда мы говорим о фашизме, мы прежде всего говорим о национализме. А когда мы говорим о национал-социалистах, мы можем смело и четко говорить, что у них теория расистская. Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Автор энциклопедий, книг и статей по истории нацистской Германии. Для германского общества национализм с переходом в расизм, он достаточно традиционен, как это не покажется странным. Уже начиная с начала XIX века, когда были освободительные войны против Наполеона, когда вот Германия, скажем так, вот освобождалась от иностранного владычества, вот тогда уже начали зарождаться очень сильные националистические тенденции, националистическая идеология, которая была связана прежде всего с тем, что немцы, осознавая себя как единый народ, оказались разбросаны по целому десятку, а то и больше, различных небольших стран. И поэтому националистическая идеология, она как бы объединяла народ весь. То есть вот все эти государства, а вот это некая надгосударственная теория, которая объединяет всех немцев. И вот это все привело к образованию так называемого движения «Фелькиш». «Фелькиш» – это не просто народное, это народно-национальное. Это народ как биологическая субстанция. Это превосходство немецкого народа над другими. Это движение родило ариософию, которые потом попытались сказать, что это одно из притеч национал-социализма. Но национал-социализм брал от Фелькиша все, что мог. Тем более, что по большому счету при своем зарождении нацистская партия была тоже как бы одна из вот этих Фелькиша групп. И как мы можем помнить, главная газета национал-социалистов, она называлась «Фелькише Беобахтер», то есть «Фелькише обозреватель». Расовая теория, разработанная национал-социалистами, она на самом деле никогда не имела четко выраженных границ. Это была, скажем так, идея. Суть теории заключалась в следующем, что арийская раса, то есть условно древние германцы, это единственная нация и народ в мире, которая, находясь на своей территории, распространялась в другие страны мира, но сумела сохранить свое ядро, которое не смешивалось с другими народами, которое сохранило свой язык, свою культуру, свои традиции и свою фактически расовую чистоту. А все остальные страны оказались в той или иной степени населены метисами от той же самой немецкой расы. И за счет немецкой расы другие нации и сделали свои исторические шаги. Как то, например, что такое Российская империя? Это империя, основанная немцами, которые правили славянами. В связи с чем Российская империя расцвела к 1918 году под руководством немцев. После этого немцев они выгнали, там установилось еврейско-большевистское государство, и поэтому это государство чрезвычайно ослаблено, ну, потому что только немцы могут руководить такой державой. И сам Бог велел быстренько вот эту надстройку убрать и поставить туда надстройку немецкую. То есть все вернуть на круги свои. То есть было рассмотрено и объявлено, что арийская раса является расой-творцом. Она способна к большим достижениям с точки зрения ума, с точки зрения одаренности, именно умственной одаренности. И оно тем самым является единственным прогрессом человечества. То есть все остальные расы, они пользуются вот этим прогрессом. Ну, кто еще украл там каплю немецкой крови, тот у себя может что-то создать. Но, в принципе, есть раса-творец, которая двигает вперед культуру, науку, искусство, все двигает. И, соответственно, остальные расы к творчеству не способны. То есть славяне просто не способны к творчеству. Это такая смесь метисов. Соответственно, далее следует вывод, что если существует раса-творец, которая суть, прогресс всего человечества, всего сущего, а остальные все этот прогресс могут только использовать, то значит, что должно быть? Значит, все расы, которые не творцы, должны обеспечить возможность расе-творцу развиваться, творить и создавать. И для этого, значит, они должны их всем обеспечивать. И в Германии сразу родилось колоссальное количество расовых теоретиков. Был там такой Ганс Гюнтер, который очень пользовался большим спросом и поддержкой национал-социалистов. Он разработал псевдонаучную, но чрезвычайно разработанную теорию о том, что нордики, ну, то есть арийцы, это вот элита европейцев, он их поделил на 6 категорий.
в зависимости от умственной одаренности. Высшая категория, первое место занимали нордический тип. Дальше шли там фалькский тип. Самое нижнее, пятое место, просто второе место занимали два типа, динарский и фалькский. А пятое место занимал восточный средиземноморский тип. То есть это вот все немцы, раскиданные по всей Европе. Причем это все сопровождалось колоссальными выкладками таблиц по поводу размеров черепа, положения ушей, цвета волос, цвета глаз. Ну, бесконечное количество. То есть это все было очень четко структурировано. И потом немецкие расологи очень активно этим занимались, измеряя черепа, кого только можно было. Да, естественно, теория была абсолютно ничем не подтверждена. Она провалилась, как только умер национал-социализм. И, соответственно, когда мы говорим, что все эти народы, славяне, там, французы, да, галлы, там, ну, кто угодно, они должны обеспечить безбедную жизнь и творчество народа-творца, то мы подходим к термину «жизненное пространство». Оно было введено Фридрихом Ратцелем в конце, в последние годы 19-го, начала 20 века, там, 97-1901 год. То есть это пространство, которое должна иметь нация, нация-творец, чтобы, во-первых, безбедно обеспечить себя и растущее население продуктами. И вот эта теория жизненного пространства, она была полностью воспринята национал-социалистами. Причем мало того, что воспринята, она была возведена в ранг цели, главной цели развития общества. То есть Гитлер заявил совершенно категорически, что он и национал-социалисты заявляют, что они отказываются от развития экспансии на юг и на запад, и что они видят жизненное пространство, которое им необходимо, только на Востоке. То есть обеспечить будущее немецкой нации, тысячелетний рейх, то есть рейх, который будет существовать тысячу лет. Вот сейчас нация напряжется, захватит вот этот Lebensraum, и на нем будет процветать немецкая нация во веки веков. И главное, что развиваться. То есть есть 10 человек, детей у крестьянина, все получат наделы свои. Потому почему? Много земли, она может быть использовано. Второе очень важное положение расовой теории национал-социализма – это антисемитизм. Антисемитизм был важнейшим принципом, который отнюдь не основывался только на просто животной ненависти к евреям. Ну что там, вот просто, нашли врага, и вот пусть будут. Отношение к евреям в немецкой расовой теории основывалось на тех же самых исследованиях Хьюстона Чемберлена, и оно гласило, что самое главное и самое плохое, что может существовать, это смешение рас. Смешение рас приводит к краху нации. И именно евреи смогли сохранить несмешанную расу на протяжении веков. Именно поэтому она создает чрезвычайную угрозу существованию немецкой нации. Потому что цель, сохранившей чистоту еврейской расы, уничтожить немецкую. Соответственно, чтобы сохранить немецкую нацию, нужно уничтожить евреев. Как минимум, нужно освободить Германию от евреев. Именно поэтому была развернута чрезвычайно мощная антиеврейская политика в Третьем Рейхе. Антиеврейская политика нацистского государства отличалась последовательностью, жесткостью и очень большими силами, которые на это затрачивались. Уже начиная с 1935 года, когда были приняты Нюрнбергские законы, права евреев были чрезвычайно ограничены. Их фактически лишали гражданства, потому что в них, в этих законах было написано, что гражданство Рейха может иметь только человек германской крови или близкой к нему. То есть евреи этого лишались. Формально на первых порах они лишались политических прав. То есть им запрещалось голосовать и быть избранным на любые должности. Но это продолжалось очень недолго, потому что гайки закручивались постоянно. Еще до Нюрнбергских законов был принят закон о немецком чиновничестве, где евреев просто фактически лишили права занимать должности в государственной системе, и от них освободили университеты и учебные заведения. Дальше пошло больше. Это шло постепенно, 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 но каждый год. Каждый год шло усиление давления. Евреям запретили покупать дома. Потом их начали выселять из тех, которые их есть, чтобы их сконцентрировать в других, в отдельных домах. Потом их, например, запретили иметь дома пишущие машинки. Потом иметь автомобиль, в своем пользовании автомобили. Потом евреям запретили ездить на трамваях. Почему? Чтобы они не отнимали место у немцев, которые ездят на трамваях. Пусть они пешком ходят. Потом им запретили иметь домашних животных. И так далее, так далее, так далее. Им перестали давать продовольственные карточки. И, наконец, это давление в марте 1942 года перешло в стадию окончательного решения еврейского вопроса. То есть
физическое уничтожение. То, что мы знаем нынче под названием Холокост. В результате это были создания лагерей смерти, это создание Треблинки, это создание Собибора, это создание Хеломна, это перепрофилирование Майданока и создание Освенцима Биркенау, где в газовых камерах были уничтожены миллионы евреев. Поэтому расовая политика имела совершенно конкретное выражение. Это отнюдь не умствование каких-то идеологов по поводу, как условно, Габино или Чемберлен, которые просто сотрясали воздух, рассуждая о том, какие расы лучше, какие хуже, какие ценнее, какие нет. Это было конкретное выражение уничтожения других наций. Но надо иметь в виду, что расовая теория национал-социализма, она ведет к уничтожению не только лиц другой национальности. Она направлена и вовнутрь. Это разработанная в нацистской Германии расовая гигиена, которая заключается в том, что свой народ ценный с точки зрения крови, народ-творец, его нужно постоянно чистить. Его нужно чистить от деструктивных элементов. Это люди, которые прежде всего имеют наследственные заболевания. Причем к наследственным заболеваниям национал-социалисты относили практически все. Алкоголизм мог быть наследственным заболеванием. Если человек пожилой, у него начинается просто ослабление умственной деятельности, это может быть тоже посчитаться, что это является нагрузкой на общество, которое обществу не нужно. Потому что этого человека надо содержать. И, соответственно, вот именно в этих рамках была реализована программа Т-4, которая была направлена на уничтожение собственных граждан немецкой национальности. То есть это в медицинских центрах это делали медики, которые три врача принимали, независимых врача, принимали решение о человеке, не видя его, а на основе его медицинской карты, принимали решение об уничтожении, человек уничтожался. Общее количество уничтоженных составило порядка 270 тысяч человек. Вот расовая теория национал-социализма, она как раз и показывает, насколько преступен был режим, поскольку он был преступен не только вовне, он был преступен и вовнутрь.